Приветствую вас, мои дорогие, с вами Жанна Фетисова, и это долгожданный макияж Нюд, который я вам уже давным-давно обещала, но все никак не собралась снять. Если есть хотя бы 5-10 минут, я делаю вот такой полный макияж. Если совсем этого времени нет, то, конечно же, многие этапы я просто убираю. Сегодня я этот макияж чуть-чуть обновила. Я думаю, что многие, наверное, уже заметили. Ну, давайте все по порядку. Для начала я буду увлажнять лицо. Это уже не та маска, которая на мне. Дело все в том, что вот в таких одноразовых масках очень-очень много сыворотки самой. И поэтому я потом просто сухие масочки туда кладу. Вот видите, патчи даже отдельно у меня были сухие, тоже одноразовые. Но сейчас они уже закончились. Честно говоря, долго не могла приспособиться вот к этим одноразовым маскам сухим, потому что не могла понять, как они надеваются, но вот оказывается вот так. И это японский бренд Miniso. Сыворотку я использовала вот от этой маски, The Same или Sim. Сием. Такая, в принципе, косметика продается на Афёрп. Я вам рассказывала про сыворотки, которые я приобретала. Здесь экстракт риса. Еще я использую вот таким же образом, просто в тонике вымачиваю одноразовую сухую масочку и накладываю на лицо. У кого очень сильные, знаете, такие вот шелушения какие-то, кто не может наносить тональный крем из-за этого, вы можете вначале вот попробовать использовать вот такие вот масочки, просто увлажнить лицо. Тканевые маски, насколько я знаю, девочки покупали даже фикс прайс за 50, по-моему, рублей, что ли. Вот. Но в Miniso они стоят, с чем-то стоят, но их прям пакет огромный. Я вам показывала, посмотрите вообще ролик, а что это за косметика, такой масс-маркет японский. Вот здесь ссылочка вам оставлю. Волосы сейчас уже хочу немножко оттенить, сделать более яркий оттенок. Я делаю маску, она с хной. Посмотрите, пожалуйста, какая маска. Это очень полезный там состав, водоросли, ну, в общем, масса всего. Тоже вот здесь вам видео оставлю, ссылочку. Ну, я все равно сейчас буду наносить макияж. Волосы пока еще мокрые. Поэтому пока ничего не делала. Лицо у меня после маски уже увлажненное, так что буду наносить только вот такое вот средство от Виши Идеале. Не знаю, куда его деть, поэтому наношу под макияж. На мой взгляд, абсолютно бессмысленный крем. Я сейчас нанесу, вы увидите, что он совершенно ничего не делает. Мало того, что его выдавить вот из этой штуки очень сложно. Он еще и ничего не делает. Ну, так чуть-чуть подсвечивает, ну, в общем, ничего особенного. Как-то у меня с косметикой Виши вообще не сложилось. Ну, вот кроме, может быть, тонального средства одного, которое у них действительно хорошее, вот так оно у меня до сих пор живет в холодильнике уже довольно давно. Но оно такое прям светлое-светлое, я им разбавляла раньше, до того, как у меня появились капельки от The Body Shop, я разбавляла им тональные основы. Сейчас уже думаю, что пора бы его закончить. Ну вот так, я не знаю, вам видно какую-то разницу? Мне вообще не видно, честно говоря. Красноту буду убирать вот таким корректором от Essence зеленым. Сейчас нанесу вместе с вами макияж дневной и буду работать, потому что сейчас ко мне приедут ученики. Последнее время, знаете, с чем столкнулась? С тем, что как-то очень много семей распадается, к сожалению. Даже вот получила от своих учеников такой запрос сделать видео о том, как сохранить семью. Но таких универсальных советов дать невозможно. Всегда необходимо вникать в какие-то проблемы, по какой причине семья распадается. Принято говорить, что виноваты оба, но в основном так и есть. Правда, есть ситуации, когда, например, один человек изменяет или, к примеру, один человек садист. Но даже в этом случае виноваты оба, потому что второй-то его выбрал, вот такого человека. На все лицо буду наносить вот такой вот кушан от Yves Rocher. Здесь уже не Yves Rocher далеко, здесь уже масса всяких разных тональных средств. Я добавляла, разбавляла, в общем, осветляла я его, он мне не подошел по цвету. Все средства из этого видео находятся в моих проектах «Использовать по максимуму до конца года» и «Косметичка на месяц». Вот этот кушан я пытаюсь добить до конца, потому что, ну, доколе уже он будет у меня тут лежать. Немаловажным фактом является то, что мы сами выбираем тех людей, которые нам не подходят. То есть изначально, руководствуясь либо страхом, что мы останемся одни, это касается и мужчин, и женщин, либо вот таким подсознательным влечением к людям, которые похожи, например, на наших родителей, с которыми мы привыкли
жить, может быть, даже не очень мирно. К примеру, самый такой распространенный импринтинг — это когда человек всю жизнь, ну, допустим, девушка, да, все-таки большинство людей, которые меня смотрят, это женщины, поэтому будем так говорить. Девушка, допустим, много лет ссорится с папой, никак не может найти золотую середину в отношениях с ним. К примеру, папа выпивает или, например, невнимательный. Ну, разные бывают ситуации. Или просто дурной характер, может быть, у девушки, как и у папы. И в итоге она с ним никак не ладит. Не ладит, вырастает, она с ним практически не общается. В общем, папе это не сильно нужно. И уже вырастая во взрослую женщину, она выбирает очень похожего мужчину на папу. Почему она это делает? Это психологический казус, называемый импринтинг. То есть человек подсознательно старается воссоздать похожую ситуацию, даже если она была для него некомфортной. Очень часто это происходит с детьми из сложных семей, из детских домов. Они привыкли к тому, что они живут в детском доме. И как бы они ни старались, многие, я не говорю, что все, действительно, многие, к сожалению, в итоге разводятся и отдают своих детей в детский дом. Это беда, это действительно так, это не голые слова. То есть у меня муж занимался благотворительностью активно и в одном очень небольшом городе они активно, я, по-моему, вам уже рассказывала, помогали. И в итоге оказалось, что этот город состоит из детдомовцев, которые, вырастая, обретая какую-то семью, ну, ту, которую они могут в состоянии построить, потом они отдают всех своих детей в этот же самый дом малютки вначале, а потом в детский дом. Немножко есть отличие между шеей и лицом. Потом бронзером я затемняю, немного сравниваю цвет. От Elf консилер буду использовать. Пометочки, видите, тут делаю под глаза. Видите, сейчас убрала цвет с губ, потому что у меня очень яркие губы. И помаду, которую я планирую использовать, может полосить на моих губах. Очень часто девушки, у которых проблемы в семье с папой, с отчимом, с братьями, выбирают очень похожих, к сожалению, себе мужей. И потом ужасно удивляются, что как же так, их проблемы продолжаются, и или жестокие, или равнодушные. Ну, в общем, проблем, вы знаете, бывает в характере много. Вот когда обращаются ко мне, хотя я не психолог, да, я просто их педагог. Очень много изучала уже эту тему. И в связи с тем, что приходилось помогать просто друзьям и ученикам. Так, ну, по-моему, нормально, да? Полупрозрачное покрытие, не сильно плотное. Базу. В качестве базы буду наносить тенью от Belle в первом оттенке, кремовые. Девушки выбирают себе мужей по такому принципу, что этот характер я уже знаю, и как-нибудь я уже с ним справлюсь, и как-то вроде уже все привычно, и он изменится. И вот это говорят все, просто вот все мои знакомые, ученики, все, кто попал в такую ситуацию, говорили мне, что когда они выходили замуж и женились, тоже мне такое мальчики рассказывали, что они думали, что этот человек изменится. Должна вам сказать, ребята, пусть это не прозвучит пессимистически, но это реальность. Люди не меняются, если они не хотят этого сами, либо если с ними не произошла какая-то трагедия, какое-то очень яркое событие в их жизни, которое заставило их повернуться. Корректирующие шарики из метеоритов буду наносить на все лицо, чтобы зафиксировать макияж. И точно так же, как алкоголизм и наркомания не лечатся насильно. То есть пациент должен принять решение, что он хочет лечиться, он может, у него есть силы, и он готов бороться. Точно так же человек может измениться, только если у него есть на это желание и силы. Я плампер от Elf нанесу на губы, чтобы немножко смягчить перед нанесением помады. Я смотрю не в объектив, а немножко рядышком, потому что у меня здесь экран, и я себя вижу, как в зеркале. Бронзер мой любимый заканчивается. Буду новый
вводить в свой проект. Сниму для вас отдельное видео обязательно. Для дневного макияжа я не использую никакой контуринг, только вот так вот бронзер слегка буквально оттеняю, сделаю лицо таким, ну, более живым. Потому что тональное средство, оно, конечно, сглаживает все контуры, становится такое лицо просто круглое, белое и все, как бумага. Знаете, какая самая распространенная ошибка? Девушки совершают в основном эту ошибку. Они знакомятся с мужчинами, которые в этот момент женаты. Пусть там хорошо или нехорошо у них все в семье, но в общем как-то они женаты. Из-за этой девушки он бросает жену или там разводится окончательно. И она надеется, что она с ним встречалась, когда он был женат. Но когда он будет с ней, он не будет встречаться, поскольку он женат, с другими женщинами. Вы знаете, вот эта ошибка огромная. То есть либо вы встречаетесь с мужчиной, который уже разведен, никакие мосты не оставлял, все сжег и больше не общается с этой женой. Ну, может быть, с детьми общается, естественно, это нормально. Либо не ждите тогда, что этот человек, будучи женатым и встречаясь с вами, будет вам верен. Сколько раз меня на плече плакались девчонки, потому что случилось то, что случилось. То есть они верили, доверяли, и оказалось, что он ей так же изменяет, как изменял когда-то с ней, своей жене. Ну, это закон. Ребята, если вы хотите строить отношения, то стройте их честно. Не нужно никого ни у кого уводить. Вы можете мне сказать, что бывают такие ситуации, когда люди остаются друг другу верными. Бывают. Но я говорю вам о том, что бывает чаще. К сожалению, люди, изменяющие в браке одной женщине, будут изменять в браке и другой. Мужчины или женщины, неважно, если они уже изменяли в браке, у них уже есть эта привычка, они не считают это чем-то плохим. И не нужно строить иллюзии, что они будут вам верны. Но вот такая правда жизни, ребята. Светлые тени тоже у меня, видите, практически закончились. Буду покрывать всю поверхность верхнего века и под бровь тоже буду класть. Вступая в отношения, очень часто люди вообще не руководствуются мозгом. Ну уж так мы устроены, что у нас гормональный бум начинается, как только человек влюбляется. У него совершенно отключается голова, за редким исключением. Вот она, любовь, гормоны, восхищение. Весь человек залепляется мысленными бриллиантами. Он идеален для нас. То же самое, кстати, происходит с фанатками, которые бегают за звездами и дежурят у подъездов, думая, что это идеальные абсолютно люди, фантазируя, что они такие же, как на сцене и в жизни. Хотя это не так, ребята. Если бы вы знали, насколько это не так. Нет совершенно недотрезвого анализа в период влюбленности, конечно же. Сейчас прочешем с вами брови и сделаем их более густыми с помощью вот такого вот пудрочки. Ну да, карандаша такого вот, все правильно. Сложно попасть в конкретную точку, конечно, вот этим спонжиком неудобно. Ну ладно, используем уже те, что есть. Я, как человек рисующий, неплохо привыкла работать кисточкой. И вот историй у меня таких просто очень-очень много. Когда девушки ждут, что кто-то что-то там изменит в своей жизни, прекратит пить, прекратит мотаться по ночам где-то по каким-то мероприятиям бесконечным, начнет наконец общаться с детьми, наконец-таки обратит на нее свое внимание, ну и так далее. То есть, ну, что каждому человеку, конечно же, хочется нормальных человеческих отношений, это естественно. И если вторая половина не может вам их дать, этих отношений, просто вот не может, вот такой человек. И вообще люди делятся на тех, кому нужны отношения постоянные, кто действительно хочет семью, хочет постоянного партнера, ему это важно, ему это нужно,
и он чувствует себя хорошо именно в семье. Есть люди другого типа, которым мне совершенно не нужна семья. Это не хорошо, не плохо, это просто так. Это нужно понять и принять. И если вы выбрали для себя человека, который не может быть в семье, который долго вообще не может вас терпеть, которому все не нравится, он постоянно раздражен, он даже не может сформулировать, что же конкретно ему в вас не нравится, а ему во всех что-то не нравится, с кем он был, то, конечно, это человек, с которым вы вряд ли сможете что-то построить, если только с ним что-то такое грандиозное не случится, и он не примет решение что-то сделать с собой, чтобы как-то измениться. То есть есть тип людей, которые могут что-то дать еще кому-то, а есть люди, которые не в состоянии что-то дать никому, себе с трудом. То есть им настолько хватает себя вот так, и кого-то еще, например, детей или жену или мужа, они просто не в состоянии. Опять же, это не хорошо, не плохо, это просто так есть. Эти люди, как правило, неконтактные, они не могут объяснить, что им не нравится, если им что-то не нравится. Буду закреплять гелем от Lexx Visage брови. Их, в принципе, раздражают разговоры, но объясни мне, что не так, я изменюсь. То есть им вообще это не нужно. Они не могут объяснить, что не так. Не так то, что вы вообще рядом. То, что вы мешаете ему жить так, как он привык. То, что он вынужден как-то контролировать себя, время, которое он проводит с, например, своими друзьями. Вот видите, из-за того, что неудобно наносить этот карандаш, одна бровь менее заполнена, вторая более. Вот как получится. Сейчас они немножко подсохнут, я подправлю эту бровь. Я добавляю либо румяна, либо бронзер в складочку века. Поскольку сейчас это дневной макияж, я буду добавлять бронзер. То есть я использую в качестве вот этих самых теней в складочку, которые называются у визажистов растушевочные такие тени. И я буду использовать тот же самый бронзер, который наносила вот сюда. И таким образом у нас весь макияж будет в одном стиле, в одном тоне. По моему мнению, каждый человек заслуживает счастья. И сохранять семью просто ради того, чтобы сохранить семью, чтобы всем сказать, вот какие мы молодцы, мы вот еще до сих пор друг друга еще пока не убили, мы тут вот живем, мы, правда, каждый день деремся и орем друг на друга, но мы живем вместе. И в этом смысле тогда, да, виноваты оба, потому что вы же его выбрали, или вы ее выбрали. Ту самую женщину или того самого мужчину, которому не нужна эта семья. И вы его каким-то же образом женили. Считаю это неправильно, абсолютно. Если после этого видео вы побежите разводиться, то это только ваше решение, ребята. Я вас совершенно ни к чему не принуждала. Конечно, если вы переборщите рыжим, то могут казаться красными глаза. Но тут, конечно, нужно... А сделать тогда будут какие-то стрелочки. И сейчас мы с вами будем затемнять уголочек. Еще более уголочка, складочку, и все, чуть-чуть буквально. И это будет все. Я видела несколько пар, которые жили ради детей. Они мучились. И в итоге сделали только своим детям хуже, потому что дети выросли. И уже запомнили, что вот такие должны быть отношения, и вот это их привычная структура отношений в семье. Вот и вопрос, а стоит ли? И вообще, как научиться не отключать голову в процессе влюбленности? Это сложно, но можно. Делаю маленькую, не очень длинную стрелочку вот этим коричневым карандашом. Он чуть-чуть металлик дает оттенок, но его не сильно заметно от Летуаль. Все номера оттенков я перечисляла в своих видео «Использовать по максимуму» и «Косметичка месяца». Его я вот добиваю до конца, этот карандашик. Он уже очень плохо рисует. Я несколько раз должна провести, чтобы появилась стрелочка, полосочка хоть какая-то. Ну, прям с трудом я стрелочку вот сейчас рисую. Чтобы скрыть какие-то неровности, недостатки, я просто сверху прорисовываю карандашик, ну, почти всегда темным цветом теней. Иногда я сокращаю этап со стрелками, остается один карандашик, или, например, вообще не делаю стрелки, или добавляю, просто чуть-чуть затемняю уголочек, и все на этом. Базу ТВ-лайн у меня, и потом буду наносить тушь. Сегодня хочу немножко разнообразить свой ежедневный макияж и предлагаю вам также делать это.
Просто вы можете нанести, например, какую-то более темную, но цветную все-таки тушь, не яркую, и будет уже такой немножко образ повеселее все-таки на день. Ну, хоть чуть-чуть. 722 от Летуаль. Специально взяла ее в свой проект. Сегодня пыталась вытащить из нее дозатор, так ничего и не получилось. Прям такой он плотный дозатор. Я хотела перемешать. Ну, в общем, и так получилось немножко ее взболтать. Кстати, если тушь у вас заканчивается, капните, как я это сделала, какие-то капли глазные. Ну, не антибиотик, конечно, а просто какой-то капельки, которые содержат гиалуроновую кислоту. Но в основном, если вы, кстати, не знали, именно глазные капли и содержат гиалуроновую кислоту и водичку. Тушь опять немножечко станет у вас более такой жиденькой, если она у вас начала уже засыхать. У меня румяна от Belle, также из моего проекта, это номер 51. Не такой очень натуральный имеет оттенок, не бросается в глаза. Какой-то нос очень белый, я сейчас вот так сделаю. А то кажется, какой-то он прям огромный, я его так забелила. Так, ну вот видите, в принципе, лицо готово, теперь только остались губы. Вот такой ненавязчивый оттенок. Это Эвалайн. Перевернуть, если номер 809, а если вот так, то 608. Вот как хочешь, так и соображай. И благодаря тому, что я убрала тональным средством пигмент своих губ, вот эта светлая лаковая помада будет сейчас на мне хорошо смотреться. Так что, друзья мои, возвращаясь к нашей теме разговора. Честно говоря, ни одной семьи я не видела счастливой. Если кто-то хочет меняться, а кто-то нет. Кто-то старается, а вторая часть спокойно пролеживает свою жизнь на диване. Буквально или переносно, в смысле, неважно. Единственный вывод, который я могу по поводу всего вышесказанного сделать, это то, что в браке, в семье хотеть изменений, подстройки какой-то, заботы должны оба человека. То есть два человека, и муж, и жена, должны заботиться равно друг о друге, и только тогда что-то получится. Если что-то происходит, нужно обязательно садиться и говорить. Если второй не хочет слышать, и ему это не нужно, то, увы, хорошей семьи не получится. Но это, по крайней мере, мое мнение. Вы можете делать свои выводы и поступать так, как считаете нужным. Ну что, я, по-моему, уже готова к работе, как вы считаете. Вот такой очень простой, с одной стороны, с другой стороны, не скучный, вот благодаря этим зеленым чуть-чуть слегка таким изумрудным ресничкам, дневной макияж. Если сделать черные реснички, получится совсем прям просто и ненавязчиво, не так смело. Спасибо вам большое за ваше внимание, за все-все-все комментарии. Кстати, ребята, каждому из вас, моему любимому зрителю, я направила отдельное сообщение именно в раздел «Сообщения». С благодарностью за то, что вы смотрите мои ролики. Это именные сообщения, ну, по крайней мере, такие имена, которые вы написали в названии своего канала, какие я смогла расшифровать. Пожалуйста, напишите мне, получаете ли вы от меня сообщения, вообще, в принципе, не уводят ли эти все мои письма, а их почти уже 3000 штук, YouTube в корзину. Мне бы не хотелось, честно говоря, чтобы это оказалось в спаме. Хотелось бы, чтобы вы все-таки получили мою благодарность. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!